парке Степаново состоялись всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей 2015». Этот турнир был открыт для всех желающих. В Ивановской области, как и еще в 30 других регионах страны, на лед вышли сотни детей и их родителей. Это традиционные соревнования «Лед надежды нашей». Участвуют не только юные конькобежцы первых, вторых, третьих, четвертых классов, но и семейные команды. Дистанция – один круг, 100 метров, семьи бегут эстафетно. Вот уже очень много участников, так что настоящий спортивный праздник. История соревнований «Лед надежды нашей» началась еще в советские времена. В Иванове их возродили около 5 лет назад. В этом году турнир посвящен годовщине открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Проводили обычно их для именно спортсменов, для конькобежцев. В этом году мы решили пойти немного другим путем и все-таки показать, что в нашем городе коньки, конькобежный спорт, зимний отдых на коньках люди очень любят. Самым спортивным в этот день достались медали и подарки. Церемонию награждения проводили почетные гости. Серебряный призер чемпионата Европы Валерия Резник и Андрей Минцев, трехкратный олимпийский чемпион. Быстрее всех к финишу пришла семья Сухомлиных во главе с капитаном Игнатом. Он самый главный участник эстафеты, он равняется на своего папу. Я тоже в свое время занял первое место в «Лед надежды нашей», когда мне был в первом классе. На старт участники соревнований могли выйти на абсолютно любых коньках, ведь цель соревнований – не только поиск юных спортивных талантов, но и массовое привлечение к занятиям спортом. Именно во время таких турниров зажигаются юные звездочки большого спорта. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.